Тайный эксперт, команда «Фортуна 5» в составе капитан команды Соколова Вера с точки европейской овчарки Кимы, Бакуана с Канегорса Амуры, Иванчин Александр с русским черным терьером, Сайоры к соревнованиям готовы. Рапорт принял, желаю удачи. А что у нас собака лежит? А нельзя? Вера! А чего? Сид? Мы повторим, если честно, сначала начнем. Рапорт исходно положили навсегда. А мне сказали положить собаку. Мы пока ждали. Да. Не было, должна была. Ладно, прощаю. Спасибо. Да, кого-то не прощаю. Я поняла. Ой, а можно кого-то прощать? Я это. А, вот так. Я это. Вот это еще один. Два. У вас два навыка. А он три прихватит, нет? А, два прихватит. Два. Да, ёшкин кот. Замену будете брать? Нет. Нет. Мы и так 5 баллов потеряли. Да. Что там? Так. У вас обрепятся и комплекс. Понятно? Я обычно. Так, Амура чего делает? Полоса обрепятся и комплекс. Подожди. У нас эксперт гений, но это не настолько. Так, полоса препятствий. Комплекс. Будет эксперимент, дочь. Будет эксперимент. Так, Сайора, да? Да. Выдержка и место. Понятно. А что у вас все время одинаково все, я не понимаю? Они сами вытаскивают. Они сами вытаскивают. Я их еще перемешал специально. Так а я взяла первую и последнюю. Кима у нас рядом, да. Слушай, я портировка. Они сами тащили. Зиц. Все. Натань, пожалуйста. Намордник одеваем. А сначала намордник? Зубы посмотрим, потом оденем. А намордник? Да не надо намордник. Это не вам. Прикуй зубы, пожалуйста. Зубы? Ручки. Ага. Пожалуйста, ставь. Стой. А там нету. Тут их нету. Там нету, не найдете, да? Это женская команда. Рука, которая трогает зубы без перчатки. Не подходит? Ставим. Стоять. А это усмотрение эксперта. Вот смотри. Я вот смотрю их любого. Одевай на морде. Одевайте на морде, да? Ну, я понял, да, что я сказала. Да. Нет. Нет. Рядом с Сайорой не ходи. Правильная собака. Ничего с тобой руками трогать. Это что? Сайоры? Так, кто у нас нарядовый? Я. Зиц. Так, значит, оттягиваем поводочек, двигаемся вот к тому красному флажочку. На, хват! Фус! Вот.
очевидные перемены. Мне так кажется. Да молодец, ладно. Пожалуйста, идем к Дане, мужчине. Thank you.
Да что не так? Резче же говорить. Нет, говорим, сейчас вам штраф наляпаем. Барьер. Ко мне. Босс. Ну, не увидишь. Босс. Короче, в начале. Там же будут. Гуляй. В каком месте гуляй? Да, иди, что гуляет? Возвращаемся.
собакой. Собака ли это? Где? Ну так рядом, давай. Привет, команде. Майора, два штрафных балла на бодзу вместо, да, кривая укладка и дрессировщик перепутал. Да, сначала чемодан поднял, потом посадил собаку. Вообще сначала посадка, потом забирается вещь. Может, так и так? Да, интересно, в первый раз. Написано, забрать вещи, поставить. Хорошо, хоть не поставить. Ну, забрать вещи, посадить собаку. Да, я так и сделал, забрал. Я так и сделал. Вернее, посадить собаку. Да, сначала посадить, собаку. Запутались и сами. Сиоры, так, дальше у нас выдержка. Один балл, потеряли поворот. Ты мне рассказываешь на выдержке. Ну ты как, ты тренер, ты знал, знаю, инструктор, я? Так, Амурчик, я к ним отношения не имею. Амурчик у нас два балла на препятствии. А что вы там с комплексом ребенка обидели? Я не так, поняла. И на комплексе три балла. За что? Локти висели. Комплекс, да я вас умоляю, вы на собачку посмотрите. Вы подошли, вы посмотрели. Я на это на самом деле очень расстроилась. Я не сейчас не пропала. Комплекс был сделан идеально. Она продвижение. Да, хорошо. Два продвижения. Да, два продвижения. Одно. Я говорю, я не пропала. Вы штрафовать, ну, вольны, все что угодно. Но комплекс был сделан без... Нет, со стороны же видно было, где он делал. Все, короче, не комплекс сверху. Бессмысленно. Она их посушила, потом улегла. Она лежала на левом. Мы должны были ждать, когда она уляжет. Нет, она лежала на левом локте в тот момент, когда мне сказали, чтоб команду дать. Значит, делаем так, чтобы лежала на обеих локтях, да, чтобы у судьи не было сомнений. Не лежит собака или что? Хорошо, уважаемый эксперт. Вот. Так, дальше кто у нас получается? Дима. Дима на квартал нарядовый. Очень много. 7 баллов, да, у вас получилось. Так, и Дима у нас на квартал на портировке. Так, получается, у вас 15. Да, у вас получается 5 баллов. 15 баллов срыв выдержки, да. Мы обнулять навык не стали, сделали просто половину. Да, чисто срыв выдержки. Это портировка, там уже по мелочи, она на квартал. Под скоками. Все, сейчас вам скажут общий результат. Вообще молодец. Никто не ждет, не дождешься? Ну ты, Анька, психопатка, однако. Это приятно, да, болеть. Это хорошо, да, это боец, это очень приятно. Я к вам все равно приеду. Я против вас никаких против. Ну, а площадка тоже грунт хороший, никаких проблем. А снег у нас еще лежит. Там четко, 3 балла за продвижение, больше нет. Нет, там 2 балла и 1 балл. Нет, там... Ну, за продвижение один с лишним балл я не стала не ставить. Я говорю, там на кому три метра. Стоите, выходите. Сейчас они ждут, когда озвучат. Я скажу вам потом. Чего у меня девушка с Каникорса расстроена? Твоя девушка с Каникорса, это некорректное поведение. Ой, Таня! Сейчас постелю. Вот, там пиздец на шее. Каждый норовит Каникорса засудить. Так, они обижают, да, Каникорса. Чарок вам мало. Мне так нравится, Каникорса как... собака для дивана. Мне так нравится, как терьеры стоят от места, такая трюх-трюх. И на место трюх-трюх, причем ровненько так это... Что та терьер прошла, что это такое? Вот там вот какая-то херня, там что-то обходится. Это темперамент. Это темперамент. Нет, да. Я говорю, так со стороны так смотрится, такая вот трюх-трюх-трюх-трюх, так ровненько. Сколько? За штат. Да, это кима, например.